И здравствуйте, мои дорогие ребята! У нас с вами потрясающий новый формат ответов на ваши золотые вопросы, которые я буду зачитывать с планшетика, чашечка кофе и формат до 5 минут или около 5 минут. Поэтому всячески вас призываю, ставим пальчик наверх и подписываемся на канал, если вы этого еще не сделали. Будем говорить о здоровье, долголетии и вообще во всем, что вас будет интересовать. А с этого момента первый вопрос объявляется открытым, который звучит следующим образом. Есть ли смысл отказывать себе от животной пищи ради здоровья и долголетия, то есть вегетарианство или веганство ради здоровья? Мне кажется, это шикарная тема. Поехали! Машенька, дорогая моя, спасибо вам огромное за этот потрясающий, очень глубокий вопрос, который на самом деле очень многих людей беспокоит. Вы понимаете, веганство и вегетарианство мы с вами сейчас рассмотрим с двух сторон. Первая сторона – это ваши духовные убеждения и культурные убеждения, где вы не кушаете мясо не потому, что это делает вас здоровее, а потому что это не будет приносить вред животным. Правильно? То есть вы за заботу о животных, поэтому вы не кушаете мясо. И второй вопрос, о котором вы говорите, это не есть, чтобы быть здоровее. Как профессиональный диетолог, реабилитолог, человек, который работает с сотнями, ребята, с сотнями, я вам сейчас вот так вот дискретненько покажу. Вот такие анализы вам, наверное, не видно, но не суть важна. В общем, сотни анализов я разбираю моих марафонцев, и что я вижу? Сплошь и рядом. Люди, которые отказываются от животной пищи, не кушают мясо, по, опять же, тем или иным убеждениям, духовно и, можете назвать это кармически, чище. Они чувствуют себя прям хорошо. Но с точки зрения физиологии анализы начинают немножечко проседать. Поэтому я делал отдельное видео, где рассказывал о том, что нужно следить за анализом крови, добавлять витамины группы В, обязательно омегу давать. То есть вы добавляете то, чего вы не получаете из животных источников, из добавочек. Это могут быть даже веганские, вегетарианские добавки. Но ради всего святого используйте веганство и вегетарианство, сохраняя ваше здоровье и приумножая вашу духовную составляющую. Но не нужно вот думать, что если вы перестанете есть мясо, вы прям станете здоровой до 100 лет. Это не совсем правильно. Будьте здоровы духовно. И не забывайте о физическом теле, физическому вашему телу. Я понимаю, что это многим людям может не понравиться. Необходимы жиры, необходимы витамины группы В. И особенно я рекомендую масло печени трески. Будьте здоровы. Ребята, дорогие мои, приглашаю вас от всего сердца. Раскликивайте описание этого видео. И там внизу вы найдете информацию о ближайшей дате старта нашего мощнейшего проекта, который называется ПГ-марафон. 21 день нашей совместной работы, где мы с вами избавляемся от лишних килограмм, укрепляем наше здоровье и становимся увереннее и здоровее, тренируемся и готовим вместе. А самое важное, это наше личное общение. Смело! Уверенно раскликивайте описание этого видео, отправляйте вашу заявку, потому что ближайший старт уже не за горами. Жду вас!